Прямо у подъезда, да? Да. А кто-нибудь пострадал? Ну, мы не в курсе, мы тут работаем. Вот оно. Ну вот ты его и тянешь. А, ну это другой был. А, это вообще. А. Что произошло, когда это было? Это было в пятницу, 19:55. Взрыв был. Вот здесь вот боеприпас взорвался в палисаднике, там уже забросали. Значит, выбило окна, разбило котел отопительный. В комнатах побило там много. Вот. Мы просто с женой чудом остались живы. Потому что случайно пошли в спальню. Как бывший военный, думаю, что это мина была. Потому что она навесная. Минометная обстрел. Минометная, да. Осколочная. Потому что осколков очень много. Вчера у нас целый день стрельба была. С утра и до вечера. Я никуда не ходил, но так слышал, что стрельба была очень. Сегодня затишье? Да, сегодня тихо. Пока тихо. Занимался спортом, пробежку делал вокруг микрорайона. И где-то в 8:30 попал под обстрел. Первый раз. Метров 4 взорвалось, мне бросило взрывной волной. Ну, общупал, вроде целый. Побежал прятаться в 9-этажный дом в арку. И буквально через 2 минуты второй взрыв. Во дворе этого дома, и осколок вылетел, перебил ногу в 2 местах. Вот. Позвонил на 103, ребята подъехали, ополченцы, на скорой, и забрали, привезли меня сюда. Два человека, а вот воронка, взорвавшиеся боеприпасы, что? В этом доме осыпалась штукатурка, выбитые все окна. Здесь двое человек были. Скажите, что произошло, когда это было? Это было вчера вечером, 6 часов, в районе Универсама. Мы шли с молодым человеком и начали бомбить. Прям снаряды недалеко падать. Мы решили забежать в подъезд. Забежали в подъезд. Как раз мама говорила по телефону. И осколком мне в телефон попало. Вот видите. И фалангу оторвало. Молодой человек вообще две ноги пробил. Насквозь. Если бы не телефон, не знаю, осколок бы прошел. Летом вот такое было. Потом более-менее, как с осени подутихло. И вот, наверное, даже хуже, чем было. Вчера хуже, чем летом. Столько жертв. Обстрел начался с 8 утра. И ночью, наверное, закончился. Центр так, по крайней мере, не обстреливали. Окраины, да. Я жила на окраине, на Бессарабке, на 6-7. Там каждый день идут бои. А сейчас в центр уже бьют? А сейчас по центру стали так сильно. Так сильно не били. Много бомбили вчера? Да, целый день. Ну страшно было, не? Да, страшно, конечно. Ну уже более привык. Два миномета стреляли, наверное. Не знаю, мне кажется, что миномет. Thank you.
Какой этаж, кстати? Да капец. Вы из храма домой вернулись, а тут такое, да? Да, ну, дочь позвонила, говорит, в ваш дом попало. Ну, мы пешком, уже же не ходил транспорт, поэтому мы пешком пришли. Это где-то 3,5 километра от центрального храма. И вот это все застали. Добро. И мы сейчас поднялись, пришли, посмотрели. Ну, мы в шоке, Ну, что они, твари, делают, а? Что они делают? Куда они бомбят? И опять же говорят по-украински, ополченцы стреляют сами по себе. Ну, можно вот так делать? Ну, как, я внук учится, и я... Стреляйте, пожалуйста, убейте его. Вот я сама россиянка, я поражаюсь, я приехала сюда. Я поражаюсь. Пусть он сдохнет, пусть он будет проклят. Ему Путин в четверг отправил официальное письмо. Прекратить огонь, прекратить. И он его прекратил. 5 бомб упало в Яодар. Это ж разве можно так? Ну, у меня слов нет. Пусть они будут прокляты все. И Яценюк, и Тягнебок, и Кличко, и Порошенко. Весь их род. Дети, родственники, близкие, родные. Пусть они сидят в подвалах, как он президент заявил такое. Ваши дети будут сидеть в подвалах. Нет, тварь, твои будут сидеть. Вы просто шли по улице, в магазин? Или... Нет, я просто вышла из дома, когда начали бахать. Или как там говорят, пускай снаряды. И побежали в подвал. Сын успел с мамой или нет. Ранение ноги? Ну да, все раздроблено. Разбинтовать не лучше не надо. Пальцы на спицах. Доктор пытается спасти, но что там пятка там вся в мелкие осколки. То есть как бы там ничего не жить. Пятки остались. Вот как мне жить? У меня сына надо на ноги поднимать. Надо замеряться. Это хорошо, хоть в больнице сейчас бесплатное лечение дают. Лежала на кровати. Раз бухнула, как вот сейчас. Я начала одеваться. Колготки на мне было. Спортивные натянула. Сумка там стояла с чем? С документами. Тонометр. Она всегда там. Но я бы ее не взяла. И только потянулась, видать, мобильный лежал на тумбочке, вот этой рукой белой. И повернулась я сюда, что-то взять, одеться, наверное. Смотрю, она мне что-то не помогает. Смотрю, она у меня так вот висит, на шкурке перебита. И кровь хлынула. Я выскочила, полотенце висело там. Ну хорошо, сосед был мой. И я говорю, Славик. Они тоже бежали. Славик, снимай ремень, притягивай жгутом. Она ремнем с ним показала, где перетянуть. Он хорошо перетянул за меня, и эту сумку он схватил мне. Вот в тапках у каких выбежал. Вот, поляком, мне одеться не во что. Вот дали футболку, то все в крови. Мне даже одеться не во что. Это... Тут библиотека, да? Да. Так это уже убрано. Мы в подвале дома сидели с 9 утра до 3 дня. А много ребят сейчас в школе осталось? Много народу разъехалось? Я не знаю, мы в среду только узнаем. Мы пока созваниваемся. То есть у вас до этого еще занятий не было? Вот, у нас каникулы. Сегодня мы должны были с каникул выйти. Горловку бомбили с 7 утра до 8 вечера. Украинская армия не стеснялась в калибрах и в количестве снарядов. Цели не выбирали. Снаряды падали на детских площадках, в больницах, в школах. Это 65-я гимназия «Триумф». Сюда попали 3 снаряда, пробив крышу. Пока мы снимали
В этой школе начался новый обстрел Горловки. Слышна крупнокалиберная артиллерия и запуски установок «Град».